Почти 200 километров дорог из 843, которые отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», соединяют нижегородские села и деревни с основными автомагистралями региона. На состояние именно этих дорог больше всего жаловались жители региона губернатору Нижегородской области Глебу Никитину во время его визитов в регионы. На них не столь высокая интенсивность движения, не везде ходит общественный транспорт. Но здесь живут люди, и для каждого из них эти дороги имеют огромное значение. Важны такие транспортные артерии и для развития территории в целом. Полный перечень дорог можно посмотреть на сайте Минтранса. Кирилл Васенин, Время новостей.